Автомошенника задержали в Кокшетау. 27-летний мужчина размещал на популярном сайте объявления о продаже автомобилей. Клиентов завлекал низкой ценой, выманивал предоплату и скрывался. Из разных регионов Казахстана в полицию поступило уже 7 заявлений. Первые жалобы появились еще 3 месяца назад. Спрос на дорогие иномарки по ценам ниже рыночных был большим, поэтому потенциальных покупателей продавец просил внести предоплату. Люди пересылали ему по 50-60 тысяч тенге, после чего объявление с сайта исчезало, как и сам продавец. Полицейским удалось найти мужчину. На него завели дело по статье «Мошенничество». Среди потерпевших 3 жителей Кокшетау, 2 из Караганды и еще 2 из Алматы. Полицейские не исключают, что пострадавших от действий псевдоавтодилера гораздо больше. Во время задержания были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны, 60 сим-карт. При осмотре мобильных телефонов полицейскими найден аккаунт, на котором размещено фейковое сообщение, объявление о продаже автомобиля стоимостью 17 200 000 тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается круг пострадавших от мошеннических действий.